Привет, друзья! Я тут у Зембицкого недавно в его выступлении отметил одну мысль, очень показательную. Я вам сейчас дам ее посмотреть, а потом скажу пару слов о ней, что я об этом всем думаю. Итак, смотрим. Я заметил, вот как мыслят твердые предприниматели, у которых большой бизнес. И что мы видим по большим бизнесам? Большие бизнесы четко понимают, что если ты хочешь увеличить прибыль, тебе нужно масштабироваться в том числе в количестве людей в компании. То есть тебе нужно увеличить количество людей. Тогда как искатели, ну такие менее успешные предприниматели, они ходят... Они встают в 5 утра, ходят на пробежки разные, как бы занимаются все, ну, такое вот. И они хотят как-то вырасти в прибыли, не увеличивая количество сотрудников. Допустим. Друзья, вы уловили эту мысль? То есть Зембицкий, как бы это сказать, то есть он с иронией относится к саморазвитию, да, потому что вставать в 5 утра, делать пробежки, это базовые вещи, которые вот начинают все искатели себя, да. Ну, которые я, например, почитал «Магию утра», я тоже ходил, занялся спортом, хотя им занимался, вставал рано и так далее. То есть, вот этой фразой Зембицкий говорит, что это типа все туфта. Эти поиски себя. Вот, надо просто увеличивать количество сотрудников, увеличивать бизнес и тому подобное. А вот это все медитация, аффирмации, поиски себя, вставание в 5 утра, это все туфта, дорогие товарищи. Вот такой вот coming out товарища Ивана Зембицкого. Ну, может, это, конечно, он не это имел в виду, но я воспринял это таким образом. Хотя в последнее время Иван, да, действительно движется в сторону именно большого настоящего бизнеса. Он отошел от искатели, от тех людей, которые ищут себя, ищут, куда бы приложить свои усилия, где бы начать свой стартап. Вот, и поэтому он позволяет себе вот такие высказывания, которые, ну, явно отбивают от него искателей. Ну, то есть он относится к ним пренебрежительно. Его аудитория теперь это средний и мелкий бизнес, уже стоящий на ногах, требующий развития. То есть это бизнес с сотрудниками. Вот все, что хотел сказать по этому поводу.